Друзья, огромное вам спасибо за то, что передали слово, потому что я вам расскажу о такой вещи иммерсивный театр. Это направление, которое все больше и больше захватывает всю Россию, в том числе и наш регион. И это тот самый театр, где зрители сами могут стать частью представления. И об этом мы сегодня поподробнее расскажем вам вместе с режиссером Валерией Итеменевой. Вот, видите, как я переживаю по этому поводу, потому что мы уже сейчас находимся на площадке Юшин Бразерс, где будет происходить спектакль совместно с артистами театра Пушкина с очень провокационным названием «С училища». Хотелось бы поподробнее узнать, о чем данный спектакль и чего ждать зрителям. Расскажите, пожалуйста. Ну, это спектакль о любви, о мощной, настоящей, которая срывает вообще все оковы и границы настолько, что даже зритель, который придет на этот спектакль, будет захвачен и будет участвовать в действии, которые у нас здесь происходят. А вот можете рассказать, как зритель станет частью представления? То есть он просто приходит, занимает места, и что будет дальше? Он попадает в необычное пространство, где у нас, значит, происходит весь спектакль. Мы заняли абсолютно всю площадку, которая здесь есть. Даже те закоулки, которые не видит обычный посетитель, который приходит сюда. Он попадает в ток-шоу, не просто спектакль, он становится участником, и он влияет на финал спектакля. Он сам будет выбирать, какой финал он хочет увидеть. Слушайте, очень-очень интересно. И, как я знаю, ребята, артисты уже даже наготове показать небольшой отрывок из данного спектакля. А прежде чем мы к этому перейдем, вкратце скажите, для кого этот спектакль, кто целевая аудитория, кто должен прийти его посмотреть? У нас, в принципе, сильного ограничения нет, но, скорее всего, больше мы, наверное, даже, да. Да, больше мы акцентируемся на молодежь. Да, вот прям, в принципе, взрослым тоже будет есть что посмотреть в этой истории, потому что замечательные персонажи, невероятный исход событий, то, что происходит, огромное количество действий. Но вот, я думаю, большой охват максимально. Ну и отлично. Давайте тогда перейдем от слов к действиям, потому что у нас для вас есть небольшой кусочек с иммерсивного спектакля «С училища». Передаю слово и возможность показать себя артистам театра Пушкина. Итак, Сергей, ну и что, вы согласились? Черт. Да. Да, я согласился. Согласился. Валим, валим, Сергей Романович, валим, валим. Сюда. Прямой. Во, папандос. Ну, вроде ушел. Кто ушел? Ну, фраер этот, охранник, короче. А я не знал, что в театре есть охрана. Сергей Романович, вы со мной разговариваете. Что? Ну, мы как с вами встретились, вы же молчите все время, а я что-то говорю, а теперь вы разговариваете. Зэба. Таня, блин, в театре нельзя разговаривать, ты поняла? Поняла. А что? Ничего, спектакль идет. Тебе эта женщина поэтому замечание и сделала. Слушай, уйди туда сюда, а, пожалуйста, уйди. А что она? Кобыла, блин. Вообще таких людей не уважаю. Люди, короче, разговаривают, а она что-то лезет. Да тихо, блин! Таня, ты знаешь, зачем люди ходят в театр? Да. Ну. Спектакль. Спектакль. Культура, да? Да, культура, блин! Прости, так нельзя себя вести. Ты что, их вдарила, что ли? Ну, маленько вдарила. Черт, полиция, валим! Да нет, завалит, Сергей Иванович, завалит, надо ждать. Да вы не парьтесь, у меня вообще 100 раз такое было. И вообще там даже синяка не будет. Побоев не снимет, не докажет ничего. Сходили в театр, побои, блин. Вы извините, Сергей Романович. Да ладно, что там, давай ждать. А вы такой красивый. Я на вас всегда на парах смотрю. Я иногда так сильно смотрю, что даже не слышу, что вы там говорите. Я заметил. Вы поэтому меня в театр позвали? Потому что заметили, что я смотрю? Ага, типа того. А сиги есть? Не курю. А чё? Я ничего. ЗОЖ. Ага. Вообще уважуха, Сергей Романович. Качаетесь? Ну да. Ух
друзья, удивительные дела, что происходит. Вот буквально стоял на одном месте, а представьте здесь, сколько будет зрителей все это дело смотреть и во всем процессе участвовать. Мы вновь благодарим артистов театра Пушкина, Анну Богомолову, Виталия Козырева и Алексея Попова за показанное представление. И приглашаем всех 23 марта в Барбер Лофт Юшин Бразерс на иммерсивный спектакль с училища. До скорых встреч!